Комиссия по бюджету и экономической политике состояла, строила свою работу в соответствии с утвержденным планом работы на период с периода сентября по декабрь 2022 года. За отчетный период проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 11 вопросов. Рассмотрели мы отчет насчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2022 года и внесение изменения примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных казенных учреждений. Корректировка бюджета в течение финансового года. Корректировка бюджета проводилась в связи с увеличением доходной части в части бюджета в размере внесения изменений. Увеличение бюджета составило по доходной части на 572 миллиона 990 тысяч рублей, что составило 37,2%. По расходной части составило 598 миллионов 969 тысяч рублей, что составило 38,9%. В том числе за счет налоговых и неналоговых поступлений на сумму 30 миллионов 813 тысяч рублей, что составило 2%. По проблемам вопроса, которые не вошли при формировании бюджета на 2022 год, был составлен перечень приоритетных расходов. В процессе исполнения бюджета изыскано дополнительное ассигнование на решение данных задач в сумме 31 миллион 414 тысяч рублей, в том числе за счет привлечения средств краевого бюджета на сумму 14 миллионов 274 тысячи рублей. Это позволило в муниципальной программе развития культуры выделить ассигнование на 3 миллиона 367 тысяч рублей. На муниципальную программу развития образования в городе Назарово дополнительно выделено 3 миллиона 68 тысяч рублей. На муниципальную программу молодежь города Назарово 21 века выделены средства в размере 704 тысячи рублей. На муниципальную программу развития транспортной системы выделено 4 миллиона 586 тысяч рублей и на ремонт межквартальных проездов 9 миллионов 267 тысяч рублей. По муниципальной программе реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, повышения энергоэффективности дополнительно выделено 2 миллиона 870 тысяч рублей. В муниципальной программе управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами было выделено 3 миллиона 445 тысяч рублей. Таким образом, из 42 мероприятий перечня приоритетных направлений не вошли в бюджет 2022 года, выполнено 20 программ. Как я уже говорил, на 31 миллион 414 тысяч рублей. Не вошедшие мероприятия вошли в перечень 23-го года. По завершению согласования муниципальных программ на 23-й год депутаты приняли бюджет города на очередной финансовый год и плановый период. Доходная часть бюджета города городского округа Назарово на 2023 год утверждена в сумме 1 миллиард 670 миллионов рублей 801 тысяча, в том числе собственных доходов на 507 миллионов, что составило 34%. Общая сумма доходов по сравнению с 2022 годом была увеличена на 5%, что составило 24 миллиона 700 тысяч рублей. Расходная часть бюджета сформирована в форме программного бюджета на 95%, в которой предусмотрены средства на реализацию 18 муниципальных программ. В объеме финансирования 1 миллиард 588 миллионов 336 тысяч рублей. Всего расход бюджета запланирован на сумму 1 миллиард 670 миллионов 801 тысячи рублей. Ну,
как вы все понимаете, бюджет у нас социально направленный. Доля расходов в социальной сфере в общем объеме расходов на муниципальную программу составила около 82%. Общая сумма расходов по муниципальным программам увеличилась по мере отражения в них средств федерального и краевого бюджета, в том числе реализации национальных проектов. Депутаты, заслушав и обсудив представленный проект решения об утверждении бюджета, задали вопросы, касающиеся устранения замечаний, поступивших при рассмотрении муниципальной программы, и замечания прокуратуры и контрольно-счетной палаты. Уточнили и согласовали перечень приоритетных мероприятий. Сумма данных согласования составила 69 миллионов рублей. Комиссия также постоянно держит на контроле выделенные средства по реализации муниципальных программ, вносит предложения в проект бюджета города. Члены комиссии принимают участие в работе комиссии администрации города. В общих чертах отчет у нас вот на сегодняшний день небольшой. В принципе, мы работаем совсем немного. Вот, но вы понимаете, что мы работаем в рамках плана, который у нас утвержден, который мы сейчас будем утверждать на 2023 год. Вот, ну и регламентирован он еще нашим, в общем-то, бюджетом. Соответственно, все, что мы зафиксировали, мы контролируем его исполнение. Поэтому у меня в работе нашей комиссии у меня все.